Мы работаем со стартапами, которые масштабируют свой бизнес за рубеж. Соответственно, это стартапы, которые уже как минимум 2 года работают на рынке Российской Федерации, которые успешно работают и планируют выход на европейский рынок. Какие стартапы? Это зависит от самих стартапов, от их бизнес-моделей, от их отрасли. То есть мы принимаем всех, скажем так. Может быть, есть какие-то критерии все-таки, объем выручки или количество клиентов, или какие-то определенные из определенных отраслей все-таки вам интересны или нет? Ну, безусловно, сейчас большую популярность имеют диджитал-истории, поскольку Северная Рейн-Вестфалия – это регион номер один в Европе, что касается экономики и промышленности. Здесь огромный потенциал, большая ниша именно для компаний из IT-сектора, чтобы дигитализировать, скажем так, бизнес уже работающей классической промышленности в регионе. Всего у нас 750 тысяч компаний в регионе. Это огромный рынок в данном случае для российских компаний, которые могут развивать свои продукты там. Чем вы можете помочь стартапам? Мы поддерживаем стартапы при открытии их офиса в нашем регионе, при открытии ООшки классической. Да? Мы смотрим, с кем важно и нужно работать в регионе, знакомим с соответствующими компаниями, с партнерами, с кем можно развивать совместную деятельность. А на каких условиях? Поскольку мы, как NRV Invest, это агентство экономического развития, созданное при Министерстве экономики Федеральной земли Северной Рейн-Вестфалии, то есть мы государственная структура, и наши все услуги являются бесплатными. Спасибо огромное. Спасибо вам.